На форуме активные жители встретились с представителями районных администраций, служб жилищно-коммунального хозяйства и местных управляющих компаний. Ни один вопрос не остался без внимания. Основные темы, которые волновали жителей на этот раз, это выбор совета дома и собрание собственников, капитальный ремонт и взаимодействие с управляющими компаниями. Особое внимание уделили удобству передвижения маломобильных граждан. Как людям с инвалидностью, да, передвигающихся на коляске, добиться доступной среды в своем подъезде? Буквально вчера я завизировал постановление, которое подпишет в ближайшее время глава, с изменениями об адресном перечне многоквартирных жилых домов, об адресном перечне общественных зон, где будут созданы специальные условия для людей с повышенными потребностями. Здесь предусматривается установка пандусов, тактильных поверхностей для людей со слабым зрением, оборудование транспортных средств подъемными механизмами и многое другое. Еще один вопрос, который вызвал большой интерес администрации – качество воды жилого комплекса «Суханова парк». В результате анализа выяснилось, что она не соответствует нормам. Жильцов интересовала возможность решения этой проблемы. Самый главный тезис для меня был, это то, что заместитель администрации Ленинского района, как мне кажется, услышал наши просьбы, нашу мольбу о помощи и хочет поучаствовать в диалоге между нами, управляющей компанией «Суханова парк». Больше всего поступило вопросов от жителей поселка Новодрожжино. Многих волнует вопрос ремонта подъездов. Успеют ли все сделать в срок? Однако опасения оказались напрасными. Этот вопрос решается в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». А значит, все запланированные работы будут проведены вовремя. Такие мероприятия созданы для того, чтобы проблемы не только озвучивались, но и решались. Поэтому не обошлось и без слов благодарности. И хочу сказать большое спасибо за все, что вы сделали лично для моего дома. Чтобы все волнующие жители вопросы не остались без внимания, только в этом году запланировано 5 подобных встреч. И, как было отмечено, при необходимости их будет больше. У нас в Ленинском районе очень много активных жителей, но они, к сожалению, не всегда юридически грамотны и не знают, куда обратиться. Эти форумы управдом как раз помогают решить наболевшие вопросы, самые наболевшие вопросы, и непосредственно на месте задать вопросы как раз в соответствующие службы тем чиновникам, которые как раз ответственны за эти вопросы, то есть напрямую. Все вопросы были поставлены на контроль сотрудниками администрации Ленинского района, а некоторые проблемы решились прямо в ходе собрания. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.